давайте посмотрим пока эти четыре вещи. Для этого мне понадобятся ножнички. Злата, у тебя посылка. Злата! Что такое? Что такое? Что тут? Поставь лайк и подпишись на мое видео. Дождись. Супер Злата, это я. Давай будем мы друзья. Всем привет, и вы на канале Супер Злата. И сегодня ко мне пришли посылочки опять из Китая к школе. И сейчас мы их откроем. Поставьте лайк, если вы хотите распаковочку. Мамка, первую. Вот эту. Ладно. Открою тебе секрет, эта посылка не из Китая, но она связана со школой напрямую. Обалдеть! Это еще школьная форма. Обалдеть! Так много. А давайте примерим прямо сейчас. Ну, такой первый лук получился. Сейчас будет другой. Такой второй лук. В школу обязательно нужна какая-нибудь кофта, потому что там очень холодный конденсатор. А вот последнее. Это платьишко. Мне оно очень нравится. Ну что, пойдемте распаковывать посылку с канцелярией. Мне уже не терпится. Для этого мне понадобится моя самая любимая посылочка теперь и ножнички. Главное не порезать то, что нужно. Давайте посмотрим. Давайте сначала выложим. Ну что, давайте посмотрим пока эти четыре вещи. Вот это я знаю, что это мои пипетки, потому что мне очень сложно делать мои вещи из смолы. Это было в списке то, что нужно купить в школу, в американскую. Похоже на какой-то мини-пенал. Ну, понятно, эта штука цепляется к, допустим, тетради с кольцами, и сюда можно что-то положить. Ну вот. Да. Нужно было обязательно таких штук складывать. Давайте посмотрим следующее. Давайте посмотрим, что это. Мам, зачем мне такая линейка? Ну, сказали, опять же, в списке. У нас есть список в школу, и в нем была вот такая линейка. Она 30 сантиметров, она вот. Мне в финал не влезет. Вот прям обязательно такая нужна была. Так, теперь у нас... А можно вопрос, что это? О, это мое. Отдай. Что это? А это штучка, которая... Провода, которые у меня беспорядочно лежат на столе, она их будет аккуратно соединять. А вот это тоже. А это ластики, не узнаешь? Нет. Это ластики, которые надеваются на кончик карандаша. И тоже их было сказано обязательно купить к школе. Обалдеть. О, точилка такая прикольная. Такая она бежевая. А ластики, ластики покажи. А, точно. Ластики. Мой вот любимый такие. Цвет. А, такие такие треугольные. О, тут еще моя штука. Это органайзер для холодильника. Ладно, Злата, я забираю. А это что? А это кубик, игральный кубик. О, сейчас покажу. Это игральный кубик из аметиста, из камня. Смотри, какой красивый, фиолетовый. Да. А это какой-то тоже органайзер? О, это тоже для холодильника. Наушники! Это мне подарок? Конечно, это тоже было в списке в школу. Ну, Сакам, привет! Всем привет! Сегодня мы будем обозревать наушники из Китая. Сошлите мне эту коробочку. Вот они. И сейчас мы посмотрим, что там. Вот такие они сине-розовые. Что, надо потестировать? О, господи, они такие неудобные. Эти наушники с мини-джеком. И я считаю, за свои деньги это годная штука. Ну все, перевоплощаюсь из Вилсакома в Злату обратно. Продолжаем распаковочку. Дальше я вижу там такое сердечко. Вот эта форма Best Friends, чтобы соединять, как, если вы лучшие подруги. Или друзья. Да. Вот это три цвета для смолы, то есть это пигмент, чтобы окрашивать обычную смолу. Ну что, переходим к самому вкусненькому. Я его достаю, и он такой красивый.
Итак, этот пенал, он фиолетовый, как видите, и для меня он очень красивый. И он достаточно вместительный. Так он выглядит. Это маленькие отделения, это среднее. Ну, по сути, вот это самое большое в этом пенале. И вот такое отделение с кармашками. Сейчас приступаем к другому пеналу, мне не терпится. Как же ты выберешь, Злата? У меня к тебе вопрос. Я не знаю, если честно. Обалдеть, он такой классный. Давайте посмотрим сейчас вот это отделение, которое самое большое. Тут нас встречает мой любимый пакетик, мы потом с вами его лопнем. И тут такое большое отделение. И тут еще одно отделение, тоже как в фиолетовом пенале. Только как будто совместили два. И самое такое отделение приятное, это вот этот кармашек. О, я думала, он, кстати, фейковый, но нет. Такая прекрасная распаковка получилась. Если вам нравится такой формат анпакинга, ставьте лайки, и я покажу всю свою канцелярию к школе. Всем удачи, всем пока-пока, и до встречи в новых видео. Мы кое-что с вами забыли.